На рыбалку? На рыбалку. Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня с Витяем будем пробовать ловить на дорожку троллингом. На 9-метровой я вот ставлю такую рыпалу. У Витяя немножко другой рыпала. Я уже закинул. Да. Будем на 9-метровой глубине ходить искать судака и щуку. На что получится. Смотрите дальше. Погодка сегодня вообще шикарная. Будем ходить троллить, посмотрим, что из этого выйдет. Куда? Вот, проходим возле берега, тут метров сколько? Ну, 15 до берега. Да, 10 метров глубина. Ну, и как говорят, 10 метров глубина здесь. В этом озере самая максимальная глубина, говорят, 38 метров. Название озера — это Пузо. Тут и ямки хорошие есть, и рыбка тоже есть большая. Но у нас пока тишина, но ничего. У нас три палки закинуто. Что-то допоймаем сегодня обязательно. Вот возле самого берега проходим почти. О, видите, наконец-таки первая поклевка у нас. Сейчас я вытащу свой скинем. Подожди, не спеши. Небольшое? Да. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Хочу вам показать, как рыба под водой играет. Ну, с воблером. Сейчас вот вытащу. Опустим. С какой стороны будешь проводить ее? Ну, справа, наверное. Я извиняюсь, что такое долго все. Ну ладно, сейчас покажем вам рыбку. Может, не вытащить его? Че? Или давай с левой стороны. Тогда мне встать надо. Ну давай. Нет, вставать опасно. Ну что, пойдем. Первая рыбка у нас. Подведу. Стой, эта рыба сейчас тут сорвется. Стой, стой, ты шнур. Дай мне тут спиннинг. На. Подмотай его, Сергей. А то сейчас запутаем. Ну, бежим. Сейчас, 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 Витя, сейчас, секунду. Ну давай. Судачок какой у нас. Устал маленький уже. О, добротный. Не мерный точно. Не мерный? Мерный точно. Мерный, мерный. Ну вот, все-таки удалось нам взять его. Клыкастого. Заглотил. Кровушку пустил уже. Но мы его заберем. Сюда кое как кровь пошла. Ага. Кидать пойдет. Ну, ну, с почином, Витя. Спасибо.
Ловим дальше. Давай мешочек. Сейчас вам покажу воблер. Вот на такой вот клюнул рапала. 9-метровое заглубление у него. Сколько весит, не помнишь? Не. Вот такая вот красота. На солнышке как играет. Ну, сейчас пойдем в обратную сторону. Уже пол озера прошли. Будем идти дальше. Может, что-то еще возьмет у нас. Ну все, мы развернулись. Сейчас идем в обратную сторону. Воблера закинуты. Уже работают. Вон, Витяя две палки. Который мне вчера говорил, буду брать одну палку с собой. Ну ладно. Пусть ловит. Ай, погодка-то какая шикарная. Ну от нуля уже ушли, уже хорошо, да, Витя? Ну да. Я думаю, что-то еще будет у нас сегодня. Щуку хочется, котлет хочется. Ну, мало чего хочется, надо поймать. Вон лодочку сними впереди стоит. А не видно тут. Солнце ребятам в лицо прямо. Пока не знаю. Я свою барахлу... А хорошая рыбка? Давай сучок возьму, Сергей. Давай. Что ты у меня взяла? Лодку разорвешь. Ну что она? Сергей, лодка очень сладкая. Давай здесь выведу. Ну что ты красивый. Судачок. Очень красивый. Поздно брать и сбиться. Очень красивый. Отцепился. Сейчас мы все запутались, правда? Сейчас. Ну вот, поменял воблер, взял судачок хорошенький. Он у нас уже отцепился. Вот он. Там у нас лежит красавец. Лежит двойки такой, да. Смотрите, какой красивый. Очень красивый. А? Пузатый такой. Но он весь в пиявках. На дне стоит, да. Рыбка на дне стоит. Красавец. Спасибо ему. Очень красиво. Перья свои поднял. Ну вот, с Витей мы уже разловились. Витяя трава, походу. По одному судочку уже взяли, уже хорошо. Уже от нуля ушли оба. Осталось поймать щуку на котлеты. Ну или трофейную мамку. Пару фоточек сделать и отпустить ее. Пускай плодится. Но как будет, никто не знает. Это рыбалка. Поэтому будем ходить еще, искать. Да, Витек? Да, я думаю, еще поклевки должны быть. У меня траву цепляет. Глубину потеряли. Ладно, будем ловить, потому на мель уже вышли. Чёрт. Удар, походу, был. Не по дну? Не. Хотел поснимать, думаю, покажу, как играет воблер, блин. Если не ошибаюсь, это был ударчик. Потом на видео это будет видно сейчас. А вот сейчас по дну. Видите, какая у нас глубина? 10 метров. Приехали с Витей на берег. Пообедать немножко надо. По судочку уже одному взяли. Можно и покушать. Я вот думаю, тут встать немножечко еще на джиг покидать с берега.
интересно попробовать окушка поймать тут. Ну ладно, посмотрим, может покидаю еще. Сначала надо покушать. Ну что, сейчас пообедаем и дальше в бой. Да? Угу. Так? Больше. Так? А? Да. Так? Во. Будет сегодня. А на обед у нас? Тушеночки из лося. Витя взял сегодня с собой на рыбалку тушенку из лося. Чистое мясо. Ничего другого нету лишнего. Как в наших тушенках с магазина. Ну вон, сейчас покушаем. И снова в бой. И поедем. Это у нас два лебедя за Витяем плавают. Красота. Ладно, включимся уже, когда будем тащить. Какого трофея будем тащить, покажи. О. Я только закинул, а Витяя судак взял. Надо выматывать. Надо выматывать. Я вам хочу показать, как он под водой играет сюда. Сейчас. Давай. Тащу. Блин, солнце лицо, в лицо светит прямо. Ну, что поделать? Кому же что там щучка? Вот такая вот зеленая жабка. Но она амнистия. Сейчас мы аккуратненько отцепим. Она пойдет у нас плавать дальше. Да, пусть мамку зовет. Да, как она тут пробила. Вот, значит, пообедали, и вот тебе сразу же почти поклевка у нас. Да. Давай с этой стороны. А, подожди, сейчас, секунду. Давай быстренько, чтобы ее не мучить. Сейчас. Ну. Ох, как шустро она пошла. Дерзкая. Ага. Что надо сказать рыбе? Спасибо за поклевочку. О, отлично. Ну вот, Витёк щучку достал. Мы вышли опять на глубину 9 метров. Сейчас будем опять опускать и троллинговать. Посмотрим, что у нас на этот раз получится. Ну, 3 рыбки уже взяли. Уже хорошо. Ладно, сейчас будем ставить обратно. Ну. Просто думаю, хватит. Можно ставить палку. А еще бачок небольшой. Надо поменять воблер. На этот один судачок у нас взял. Проходим, пока ничего нет на него. Попробую поставить вот такой раскраски. Тоже рапала. Тоже где-то 8-9 метров заглубления у него. Ставим его. Сейчас покажу, на который взял у меня судак. Тут ведь еще газу дает, блин. А, правильно, травы нацеплял. Вот на такой взял у меня судачок. Сейчас поставим тот. Посмотрим, что получится.
Сейчас скинул. Нет настроения. Что это? Хорошее что-то взяло у меня. Поначалу бился, сейчас что-то на меня пошел, наверное. Дай подсадку. А-а-а. Что там? Щупак, блин. Да? Вон, это издалека идет. Блин. Я думаю, что щупак не должен быть. Что-то мелкое взяло, блин. Да, судак. Ставим его? Да. Вот такой вот красавец. Ну, 40 где-то, 44 сантиметра, 45 есть. Ладно, подадим ему добро, пускай плывет. Спасибо тебе. А, ушел как красиво. Пришло время второго аккумулятора. Один уже посадили. Сейчас поменяем, поставим второй, то что запасной, и немножко, наверное, еще половим, потом уже будет видно, как, что куда. Тяжелый, видите, да, тяжелый. Сейчас литр поменяет и пойдем дальше. Алле-оп. Алле-оп. Так, так, так. Подключит и поедем дальше. Да. Видите, нашего что-то клюнуло, что-то клюнуло. Хорошее? Ну что-то сидит. Сучок надо? Я думаю, щечка. Ну, впадает, да. Вы видите, что-то клюнуло. Красиво. Да. К сожалению, мы их заснять не можем, потому что столько часов плаваем, снимает, чтобы их снимала камера, тоже плохо. Потом памяти не останется и нечего будет вам показать. Ну где она, красавица? А может и судачок. Его загибать начал. А-а-а. Это хорошее взяло. Что-то сидит, да. Посмотрим, что там. Ну-ка, 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 Витя. Ну-ка. Судак. А ну, Витя. Ой, красавица какая. Ой, красавица какая. Все, мамка в домике. Намотала. Рубайка. Долгий пистолет. Да, щучка небольшая, но, блин, намотала. Проблем создала, но зато разбудила. Подарила кайф. Ладно, будем отцеплять ее. Угу. Щуку замерили. По размерам озеро подходит. 55 сантиметров. Так что мамка пойдет плавать в ведро к нам.
Котлеты будем делать. Рыбу мы уже поотпускали сегодня, вы видели. Это была первая щучка, отпустили, по размеру не подходила. Судак тоже немножко не дотянул, отпустили поэтому его. Вот два судака подошли по размерам, забрали и щука. 51 и 53 сантиметра. Да, это судаки были. Щука сейчас 55, да, была? Это да. Так что правила все соблюдены озера, поэтому сроду не судите. Ладно, будем пытаться дальше ловить. Ладно, будем заканчивать рыбалку на сегодня. Три судака, две щучки. Довольно неплохо походили, подышали свежим воздухом. Погодка у нас сегодня шикарная была. Можно и заканчивать рыбалку, и ехать домой. Так что всем спасибо, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока, Витек. Пока.